Лабораторная работа 1, стандартные геометрические объекты и единицы измерения. Перед началом работы необходимо с помощью пункта пользовательских настроек Customize выбрать меню Unit Setup и настроить единицы измерения, в которых работает данный программный продукт. Здесь мы выбираем метрические единицы измерения и миллиметры. Далее нажимаем дополнительно кнопочку System Unit Setup и указываем в качестве System Unit Scale, единица измерения, миллиметры. Таким образом, один юнит системы измерения 3D Max равен 1 миллиметру. В этом пункте меню нажимаем кнопочку ОК. В этом пункте меню нажимаем кнопочку ОК. Задание на данную работу. Создать модель компьютерного стола и стула, используя стандартные геометрические объекты. Порядок выполнения работы. После того, как мы задали единицы измерения, нам необходимо на командной панели найти вкладку Create, создание, выбрать геометрию, в геометрии выбрать библиотеку стандартных примитивов. В библиотеке стандартных примитивов у нас есть такой элемент, который называется бокс или коробочка. Активируем создание. Команду создания коробочки, выбираем ввод данных с клавиатуры Keyboard Entry и задаем параметры, руководствуясь методическими указаниями. А именно, Length 2000 мм, Width 1000 мм, и height 30 миллиметров. Далее нажимаем кнопочку создать create. В наших ведомых окнах данный объект мог целиком не уместиться. Для того, чтобы отобразить и центрировать объекты, выделенные на экране, нажимаем кнопочку Z. Ну и можно на всех ведомых окнах пробежаться, нажав кнопочку Z, отцентрировать все элементы, которые у нас там присутствуют. Далее удобнее работать с одним видовым экраном. Я выбираю вид перспективы и разворачиваю окно на весь экран. Для чего мы можем воспользоваться соответствующей кнопочкой для увеличения с правого нижнего уголка, либо же воспользоваться комбинацией клавиш Alt-W. Происходит разворот видового окна на весь экран. Перемещение влево-вправо по видовому окну осуществляется с помощью зажатой кнопки прокрутки мышки. Вращение с помощью зажатой кнопки прокрутки и кнопочки Alt. Нам необходимо скопировать данную крышечку. Для чего мы выбираем команду Select and Move, перемещать, выделять и перемещать, или нажав W на клавиатуре. Выбираем ось перемещения, она должна подсвечиваться желтым цветом, например, Z. Нажимаем кнопочку Shift, при зажатой кнопочке Shift переносим вниз данный объект. Нажимаем, выбираем вид копирования, копия простая, нажимаем кнопочку ОК. Теперь нам необходимо эту доску развернуть на 90 градусов. Я активирую угловые привязки на панели меню. Правой кнопкой на угловой привязке щелкаем и выбираем угол, angle, шаг, вращение. Выбираем, допустим, 30 градусов. Переключаемся на инструмент Select and Rotate, вращать. Выбираем орбиту вращения и проворачиваем на 90 градусов данный объект. Далее на виде сверху активируем команду WV Select and Move и доску в один из краев нашего стола перемещаем. Переключаемся на вид перспективы, кнопочка P. Значит, переключаемся во вкладку командной панели изменений Modify и задаем определенную какую-то высоту нашему будущему столику. Например, пусть будет 550
миллиметров. Переключаемся на вид left. Нажимаем кнопочку L на виде слева. Устанавливаем так, как это необходимо, но, видимо, 550 это маловато. Немножечко увеличим. Далее переключаемся на вид с перспективы кнопочкой P. Зажатым шифтом копируем один раз данную доску. Нажимаем, выбираем пункт меню Instance. Это зависимый тип копии. Копируем еще раз. Зависимый тип копии характеризуется тем, что когда у нас выделена один из зависимых объектов, мы можем менять его размеры, и меняются размеры всех объектов зависимых вместе. Это очень удобно бывает. Значит, берем, копируем еще верхнюю часть, уже обычной копией, меняем ей размеры, переключаемся на вид слева. Значит, и на виде слева устанавливаем нижнюю полочку, нужное место. И один раз копируем эту полочку. Тоже можно зависимое копирование выбрать. Переключаемся на вид перспективы, кнопочка P. Значит, в принципе, стол готов. Единственное, что чтобы он не разваливался во время перемещений, можно выделить все объекты стола и сгруппировать соответствующим образом, назвав группу. Вот. Значит, вот такой вот стол. В качестве домашнего задания предполагается сделать под клавиатуру еще полочку. Далее необходимо примерно таким же образом сделать стул. Ну, для чего мы переключаемся на вид сверху топ, кнопочка T нажимается. Переходим в командной панели на пункт меню создания. Выбираем создание коробочек и на глазок создаем какой-то вот элемент, сидушку нашего стула. Переходим в меню редактирования и задаем одинаковые размеры 450 на 450, допустим. Да? Переключаемся на вид с перспективы и задаем толщину сиденья, допустим, 30 мм. Далее на виде слева L, кнопочка Left, опускаем на примерное место по высоте, ориентируясь по высоте стола. Значит, где-то вот такой высоты будет предполагаемый наш стул. Переключаемся на вид с перспективы. Далее на виде сверху тоже переключение буковкой T осуществляется. Создаем, вернее, давайте скопируем опять-таки эту доску обычным независимым копированием. Изменим этой доске размеры, вылепив таким вот образом заготовочку под ножку стула. Зададим, допустим, по 40 мм. И установим вот где-то, допустим, вот в этом месте. Далее с зажатым шифтом склонируем уже зависимой копией. Зажатым контролом выделим два элемента и скопируем в другую часть нашего стула. Пока мы осуществляем все это на глазок, потому что это ознакомительная лабораторная работа. Переключаемся на вид с перспективы, зажав кнопочку P. Вот, далее изменим высоту. Ну, можно и в отрицательную сторону. На виде слева L, переключение left, мы с вами можем посмотреть, какова высота ножек стула и подрегулировать, если это необходимо. Но для того, чтобы значение было ровным, можно задать 350 мм, допустим так. Переключаемся на вид с перспективы. И таким образом мы с вами получили
Вот такой вот шаблончик заготовки под стул возьмем. Для того, чтобы создать спинки стула, выделим две нижних ножки и с зажатым шифтом по оси Z, значит, склонируем вверх уже обычной копией вот такой вот эти два элемента. Провернем на определенный угол, поменяем опять правой кнопкой мышки на угловой шаг, перейдем и настроим шаг углового поворота 15 градусов. Переключимся на инструмент перемещения, нажав на инструмент вращения, нажав кнопку E на клавиатуре английской, выберем орбиту вращения и провернем один разок на 15 градусов данный элемент. Переключимся W на инструмент перемещения и немножечко подвинем данный инструмент. Значит, посмотрим, как будет выглядеть элемент, если мы эти стенки сделаем немножечко потоньше. Ну, вроде бы неплохо выглядит. Возьмем одну из вот этих вот спинок, креплений под спинку, и нажмем кнопочку E для активации инструмента вращения. Но если мы будем вращать в данный момент, вот вы видите, что вращение осуществляется по мировой системе координат, что не очень удобно. Для того, чтобы совместить копию, которая будет объединять два этих элемента, можно воспользоваться вот этим вот свиточком, где мы можем выбрать систему координат локальную. У каждого объекта есть своя система координат. Когда он куда-то поворачивается, эта система поворачивается вместе с ним. Таким образом, можно использовать для инструментов вращения и перемещения систему локальную. Зажимаем Shift, вращаем на 90 градусов с помощью команды копия. Мы получаем вот такой вот элемент, который находится уже как бы в нужном для нас месте. Ну, опять-таки, особо не рассматривая подробности, переключимся опять в режим локальной системы координат и по оси Y перемещением, зажатым шифтом, склонируем несколько раз вот эти вот досточки, получив вот такие вот элементы крепления стульчика. Для того, чтобы наш стульчик не распадался, мы опять-таки выделим все его элементы и сгруппируем, назвав данный объект стулом. Скопируем данный элемент зажатым шифтом по оси Y несколько раз и немножечко провернем, создавая какую-то композицию. Вот наша лабораторная работа и выполнена. Следующая часть лабораторной работы – работа с текстурированием данных объектов и визуализацией.